Доброй ночи всем из Одессы. Традиционное ночное видео, правда немножечко с запозданием. Значит уже у нас 12 ноября 2023 года. Время половина второго ночи. Обстановка в Одессе, в Одесской области абсолютно спокойная. Значит примерно где-то в минут 16 или 18 первого была информация о том, что летит ракета в направлении Березовки Одесской области потом сменила направление куда-то в сторону Николаевской области. Вроде бы как сбили. По предварительной информации, ракеты были Х-59, выпущенные с истребителей над акваторией Черного моря. Вот. тревогу не объявляли у нас. Значит, на данный момент все тихо, спокойно, ничего не летит. По поводу шахедов, по поводу пусков шахедов информация не поступала. Надеюсь, поступать и не будет. Вот. Поэтому всем желаю мирного неба, мирной, тихой, спокойной ночи. Надеемся, она будет спокойной, без воздушных тревог, без взрывов, ну и, конечно же, без прилетов. Я в любом случае на связи, будет обновляться информация, буду по возможности вам стараться ее сообщать. Берегите себя и своих близких, реагируйте на сигналы воздушной тревоги. До встречи в новых видео, всем пока.